Бывший руководитель одного из структурных подразделений Почты России осужден на Чукотке. Вступило в законную силу решение Анадырского городского суда в отношении жителя окружной столицы, который причастен к мошенническим действиям с использованием служебного положения. Добрый день. Федеральная служба безопасности. Вы задержаны по подозрению в мошенничестве. Вот так сотрудники окружного управления ФСБ пресекли преступную деятельность, которая продолжалась около 5 лет. Один из руководителей структурных подразделений Чукотского филиала Почты России попал в поле зрения оперативников еще в ноябре 2018 года. Он вступил в преступный сговор с 2 сообщниками и изготовлял поддельные договоры подряда на оказание фиктивных работ на объектах предприятия. Счет ущерба шел на миллионы. Целью преступников являлось хищение денежных средств в размере более 12 миллионов рублей, принадлежащих региональному филиалу Почты России. Несмотря на качественно изготовленные эффективные договоры на оказание несущих услуг оперативникам, совместно с сотрудниками почтовой безопасности удалось пресечь указанную противоправную деятельность. Преступная группа получила реальные сроки наказания, а теперь уже бывший руководитель подразделения Почты России находится в колонии общего режима. Он приговорен к 2 годам лишения свободы. Решение Анадырского суда уже вступило в законную силу. За последние 3 года отделом безопасности ФСБ Чукотского автономного округа и департаментом безопасности макрорегиона Дальний Восток в тесном сотрудничестве и взаимодействии с окружным ФСБ и иными правоохранительными органами было выявлено 12 преступлений. В настоящее время 8 человек уже осуждено, в том числе и к реальным срокам отбытия наказания. В отношении остальных либо ведут следственные действия, либо уже материалы переданы в суд для рассмотрения. Большая часть выявленных преступлений носит экономический характер, рассказывают в отделе безопасности окружного управления почтовой связи. Но присутствовали и факты незаконной пересылки наркотиков в посылках. Среди преступников, в том числе сотрудники почты. Совместная работа с оперативниками помогает выявлять такие случаи. Внутри предприятия тоже проводится работа за чистоту рядов. Проверки мы сейчас проводим внезапные. И причем это не пустые слова. Мы выезжаем, никого об этом не ставим в известность. Мы сдаем выручку под ноль. Подошли комплексно к решению задачи выявления тех, кто работает по другим правилам, на себя нечестно. В этом нам очень помогло региональное УФСБ. Я считаю, что Чукотка должна быть местом настоящих и честных людей. И мы это сделаем. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов. Вести. Чукотка. При содействии окружного управления ФСБ.